Глава Чувашии Олег Николаев резко раскритиковал власти города Шумерля за плохую организацию прививочной кампании. По данным Минздрава Чувашии, в районе вакцинировались только 27% населения от запланированного. Тогда как средний показатель по республике 33%. Екатерина Шеверова из района передает. После введения новых ограничений в Чувашии число желающих вакцинироваться резко стало расти. Люди опасаются остаться без QR-кода. Тем более, что без него пускают уже не во все кафе, например. А темпы распространения коронавируса по-прежнему вызывают опасения. Наращивание темпов вакцинации для выработки так называемого массового иммунитета – единственный способ победить COVID-19. Однако, как показывает практика, это понимают не все. Так, в Шумерлях до сих пор без прививок большинство чиновников. Выясняется, что в администрации большинство не привитых, они якобы переболели. Ты его спрашиваешь, как ты переболел? Ну, я там вроде чихал, или два дня там температура была, что у тебя было, ОРЗ, ты уверен, что ты переболел? Чтобы убедить привиться тех, кто обязан убеждать других, пришлось вмешаться главе региона. Районные чиновники утверждают, что на веренной территории кто хотел, тот уже привился. К примеру, взять Шумерский завод специализированных автомобилей. То есть там более 1000 сотрудников. При выезде медицинской мобильной бригады на предприятие вакцинировалось 35. Ну, о чем мы говорим, для чего выезжала и время тратила бригада там вообще. Нежелающих ставить прививки условно можно разделить на две группы – антипрививочники и те, кто в раздумьях. Те, кто категорически против, в разы меньше, но они умудряются убеждать сомневающихся. В то время как в администрации решили в ситуацию не вмешиваться. Если вы сами не верите в вакцинацию, вы сколько угодно людям рассказываете, что надо вакцинироваться. Они не поверят вам. Если вы сами не вакцинированы, если вы это не верите, то, естественно, тоже эту ситуацию очень сложно донести. Сейчас перед нами с вами стоит большая задача – защитить народ и обеспечить наше развитие. Разнос на высшем уровне удивительным образом и в кратчайшие сроки повлиял на позицию главы Шумерли. Теперь я вижу, насколько вообще проблема вакцинации важна как в городе, так и в республике. Я думаю, все критические замечания в адрес администрации, в том числе, мы воспримем в рабочем порядке, их отработаем. При этом по республике все-таки отмечается рост желающих вакцинироваться. В минувшие выходные в мобильных пунктах вакцинации у торговых центров выстроились очереди. Екатерина Шеверова, Андрей Шоклев, Республика.